Годзилла. It was born in Hollywood. Hey! Приветствую, дорогие друзья, с вами Ангрей. И уверен, что ваша душа станет сегодня чуточку теплее. С довольно-таки, ну, может быть, необычной для кого-то игрой, Godzilla Trading Battle. Сегодня мы с вами ознакомимся, что же это за игра. Дуэль, дека, опция, история. Давайте в историю. Имя Деки нашей, имя Годзиллы нашей, точнее героя нашего. Пока непонятно, на самом деле, что тут нас ждет, что-то непонятное. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. По идее, должна быть игра по Годзиллу, но я играл, помню, игру по Годзиллу на PS2. Это был файтинг, довольно-таки хреновенький. Какие-то дети. Кстати, в фильмах про Годзиллу дети очень часто имеют место быть. Что ничего удивительного. Игра, кстати, да, японский эксклюзив, не выходила она за пределы Японии, так что, в общем-то, это у нас очередной взгляд в прошлое именно японской такой вот игровой индустрии. Что же они там выпускали такого, что не попадало, так сказать, в руки европейского рынка, в наши, соответственно. Это Baby Godzilla. Я смотрел все фильмы о Годзилле, если не ошибаюсь, второй эры и третий. А вот самый первый, там черно-белый, я там что-то чуть, ну, какие-то части лишь видел, но как-то визуал там совсем был слабеньким, надо сказать, моментами. Все-таки следующая эра уже была скажем так, реалистичнее, хоть и понятное дело, что все равно, но в каких-то моментах, возможно, она оказалась не очень натуральным снято, но тем не менее. Ох ты мой, пришельцы местные, я так понимаю. Пришельцы имеют место быть в серии Годзилла. Они тоже Гидору создали. Кинг Гидору. Какой-то рептайл, Мотра, это вообще какой-нибудь снежный человек. Так, я так понимаю, это что-то на вроде настольной игры получается. Я поставил, теперь могу кого-то из них в бой пустить. Так понимаю, самый сильный это ящер. В простонародье рептилоид. Не дают нам рептилоида активировать. Ага. А вот Мотру я смог активировать. Давайте ящер, допустим, здесь.
Пока нифига не понятно, но допустим, мы тоже ставим карту местности и на нее активируем именно монстра. А, это сторона врага, вот там мы все-таки не можем ничего делать. Ну что, логично, я... Теперь, например, будет противник наш активировать свои карты или что? Ну, закончить ход. Понятно, нас поиметь собрались. Я уже по существам дестроера вижу. А двоих... А, это американская Годзилла, да. Какой-то монстр морж. Дестроер. Что произошло? Могу новых монстров вызвать или что? Ну, я пока не сильно вдупляю. Вот поставили территорию. Я могу сюда своего монстра призвать? Нет, это чисто вражеское. Ну все тогда. Я просто не знаю, что я должен делать. Еще появляются так называемые карты. А он может на тех же локациях новых существ спавнить или тех же самых, имеется в виду. Так. И что он сделал? Что делает морж? Ну, в общем, силу в японского я, видимо, не вдуплю. Но они типа атакуют мою территорию, условно. Или занимают их. А, вот они рядом уже. Я теперь даже призвать никого не могу. Допустим, ГГГГ. Вот он бой наконец-то, друзья. Что творится? Спешил атак. Один хп отняли. Вот это силище, конечно, было. Морж против нашего ящера. Ну, у них в целом одинаковые статы по, ну, по хп. Остальные статы хрен его знает. Ну, давай кулачок ему покажем. Нифига себе, минус 10 H-поинтов. Нас поимели, я так вот вам скажу. Какой-то ссаный морж и то оказался сильнее. А, нет, нет, все-таки мы сильнее. Правда, с учетом, что он первым атакует, для нас это проблемка. Причине он если придется драться против двоих, то это сразу же все пишите письма. Почему-то дестроя 40 хп имеет. Возможно, у него есть какие-то особые прям приемчики реально.
Ну, а снежный. Ебани по самое не балуйся. Засади ему, не знаю, камнем в репу. Ну, будет каким-то огнем приват. А, не, он просто решил протаранить. Да, какая-то настольная игра. Типа стилизованная под игру. Минус 30 хп, кстати. Ну, Destroyer должен быть один из самых сильных, но почему-то минус 40 хп. Но если они всегда будут первыми атаковать, то вы сами, думаю, понимаете, что шансов-то победить у нас особо нет. Вообще минус 3 теперь в итоге. Почти что завалил. Но по итогу, кто должен победить, непонятно. Ну, типа, сейчас будет мой ход. Если мне дадут первым атаковать... 110 минус... Хотя теперь он фуловый. Мне вообще ни хрена не дали выбрать. Спасибо за внимание. Выглядит, конечно, это максимально упорото. Я так понимаю, они что, жертвуют ХП, чтобы удар какой-то сделать по итогу? Ну, почти убил, красавчик. Да, и наш даже не защищался. Почему? Ну, возможно, потому что участвовал уже в бою. Чё я выбирал? 0-0-0-1 было. Мой ход, наверное. О, бэйби Годзилла. Я могу это посмотреть, но... А, вот, да, бэйби Годзилла. Нет, нет. Но я не хочу бэйби Годзиллу призывать, я хочу вот его призывать. Почему я не могу его призывать? Давайте этого жопу... И этого жопу что теперь не могу призвать. Вы серьезно хотите, чтобы я призвал Бэйби Годзиллу? Бредятина лютая, ну допустим. Что вот эта опция значит? Посмотреть на карту. Ладно, заканчиваем ход. У меня сейчас должен быть ход некой атаки нашей. Надо было тогда сюда перемещаться, чтобы помочь снежному. Но если он сейчас тоже будет возможность кого-то ставить иметь, то он поставит. Или он ничего вообще не стал ставить. Серьезно? Мне дают теперь выбирать атаку. Ну, если я реально протакую первым, хотя почему-то у этого 44 теперь хп. Хрен просы, что происходит, друзья. Давайте зубило используем его. Тоже зубило. Чьи зубило по итогу будет сильнее? Наш раненый, их почему-то нет. Почему, хрен пойми. Все, прыгнул жопу откусывать врагу. Черт волосатый. Победа. Ну это изи виктори получается. Или нет? Тогда хрен его знает, как вообще все это расценивать. Вроде 0 должен был оставить. Почему-то враг тоже на нас нападает. Тут, само собой, тоже 0. Это типа что, ничья может быть? В этом весь прикол. Или они друг друга? Они друг друга уничтожили. Вот это да.
А тут же мне не дали выбирать, тут уже мне ПЗД выдают. Ну, эти фловые ХП. Давайте спешл атак. Понятно, спешл атак нам только снился. А ему дают. Грёбаный, сука, марш. Чёрт, да ты же чёрт. HP 74, 74. Бог ты мой, какая срань. Угу, Зигу решил кинуть. Ну, опасно, опасно, да. Остров 30 получил. А, остров в итоге исчез. Их и монстры все исчезли. Еще, правда, теперь только враг атакует, а мне дали один раз напасть. Не понимаю. Вот тут не дали выбрать особую атаку. Ну что, малой напинает этой твари, как вы думаете? Пишите обязательно об этом в комментариях. Это смертельная битва. И только один выйдет из нее победителем. Резиновая хуйня. В смысле, монстр. Или вставшая рачки ящерица. Нормально харкнул-то. По красоте. Бедолага. Ну, они не проиграли хотя бы. Мне интересно, что Мотра нам даст. Вот мы ей типа нападаем. И что она нам дает по итогу с этого нападения? Я должен выбрать, что она дает. Зачем я эти карты устранял? Типа за поражение вы должны что-то устранить? В чем логика? Пока игры не сильно понял. Что, друзья, на этом мы, наверное, закончим, потому что понять нормальную игру невозможно. Примерно понимаю, конечно, действия игры, но пока все это крайне так себе играется. Так что рейтинг интереса бы я поставил 0. Разумеется, он может и новую карту города условно разыграть. И еще одну. И монстр он сейчас поставит где-нибудь. Конечно же, у него хватает. И все. Опять обосранный морж. В общем, раненый. Друзья, вам желаю счастья, здоровья, любить себя, любить своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас. Потому что вы тоже человек в чем-то окружении. И помните... Да, помните только хорошее, в общем-то. А в конце каждого видео даю мини-задание, которое может получить каждый человек. Завтра, друзья, когда вы проснетесь, обязательно улыбнетесь, просто подумайте. Что все люди совершают некие ошибки, потому что все мы, в общем-то, ошибаемся в наших суждениях, по большей части. Но при этом... Так. Но при этом... Опять же... За наши ошибки нарекать монстрами нас нельзя. Всех, как минимум. Как минимум всех. Кто-то, может быть, конечно, дошел до подобной неприятной стадии. Но все же, друзья. Давайте, вот, опять же, верить, что происходит некое человечивание. Мы двигаемся в лучшем направлении. Принятие и понимание друг друга, потому что без понимания друг друга этот мир не спасти. Всем спасибо, до новых встреч. Пока-пока.